Мистик, первое слово, главное слово в каждой карте. Это звук, если что, проверяю. Скажи что-нибудь, пожалуйста. Ага. Отлично. И всем привет, с вами Гонщик Мистик. Почему Гонщик, вы узнаете чуть-чуть позже. Он любит, чтобы его угоняли. Скотина, иди. И лагерь, который, кстати, ребятки, вот меня так долго не было, потому что я болел и только что. Ты любишь камушки, да, драгоценные? Да, я люблю камушки в почках. Обожаю. У тебя драгоценные камни в почках, их не можешь достать, тебе приходится их высывать. Да, обожаю высывать камнями, слушай, прикольно, ребят. Ребятки, а у меня, кстати, это, ну, в общем, канал продавался, должно было быть видео для вас с объяснениями всего, с тем, что будет дальше, потому что многие уже начали писать, что мы ушли, понимаешь, для всех мы уже ушли. Нет, мы не ушли, я здесь, я жив. Стойте, не уходите, алло, куда вы пошли, я не понял, просто все паблики там забестрили, тогда все уже там пишут, ой, какая слеза, там мне, короче, в этом инстаграме, прикинь, отмечают меня, короче, плачут там под мои песни, типа, ушел там Мистик с ютуба, я такой, в смысле ушел, да походите. В смысле ушел, просто гонщик, я просто гонщик, ребят, я гоню. Я не могу еще объясниться, да, очень продавался просто канал. Тоже это все будет потом, я вам все это объясню. Иди вещи забирай потом. Но это были потом. Кидалы, короче, у меня немного угнали канал, потом его немного вернули, но вернули... Не канал. Что на почте нет канала, и, короче, сейчас разбираемся с Google, а Google не хочет разбираться, и, в общем, сейчас все решится, я вам выпущу видосик на этот канал, да, на свой. На анал свой, на свой анал, выпусти на свой анал, которого у тебя сейчас нет. Как и вещи. Как обычно, у тебя лучше броня, я уже не обижаюсь, но все равно я Я хочу пролистать до 100-й страницы. Я себе куплю нормальные вещи. Пасхалка. Короче, ребятки, как только вернется мне канал, я запишу вам видосики. Что ты ржешь? У меня книжка на 100 страниц. Смотри. У тебя что же? Держись. Нет, мне говорят. А у тебя сколько страниц в книге? Простите за мат. У меня одна страница, меня не так любят. Открой эту книгу. И там 100 страниц. Долистать до конца, что ли? Да, да. Я долистал. Ну, падла, тебе было не лень, да? Вот, я стоял, я такой. Проверочка. Ребятки, кстати, капец, я, по-моему, соскучился по съемкам. Мне написали кидать цветок, когда Мистик умрет. Я как бы кинул цветок, так что, Мист, ну... Пока можешь. Сорян. Ну, смотри, у тебя цветок. Цветок написан. Ну, да, и цветок, когда Мистик умрет. Ну ты как бы цветок ничего, уже кинул, да? Я ничего как бы не этот, понял. Как бы цветок при уже кинул. Причем тут как бы, пока цветок... можешь и цветок, и то, что как у тебя броня тут объяснить? Лучше, то, что мы с тобой... А, типа я должен умереть от тебя, да? Стоп! Отлично, все. Что-то открыл... Стоп! Я ничего не открывал. Я только свой рот открыл, и ты меня уже затыкаешь. Так, что нажать? Давай продолжить. Правила. Не, давай нажмем на старт. Эта кнопка ну, должна давай, да, старт... Мы без правил играем. Отлично, я горю. Один москва... Яр! Алло, сейчас что ты выбрал? Я не знаю, там такая паника была! Забери свой, я сам охренел. Там потолок падал, ты видел, да? Да, о, тебя пустили туда, иди. Правило очень простое, вы заходите в две разные комнаты, и каждый из вас делает выбор. Если вы выбираете одинаковые вещи, вы выиграли, иначе попробуйте еще раз. Постарайтесь не подсказывать, готовы? Тогда вперед. А у меня тут уже выбрано в первой. Меня ударило. А что ты... Не, подожди. Я, допустим, вот выбрал. Вот. И тут у меня тоже выбрано, короче. Я не знаю. Здорово. Две опущены, у меня, вот, наверное, все выбрано. Или как? Или выбирать другую сторону, наоборот. Подожди, стой, пойду-ка я у себя выключу, что произойдет. Давай, выбирай, давай, мы, короче, мы должны выиграть эту игру, братан. Нам тут... Там что-то щелкает, Яр, что-то щелкает, а что щелкает? Я не знаю, но мы должны одинаково выбрать. Ты все, да его победишь. У меня здесь посередине, у меня вперед. Середину, Яр, подожди, а тут потолка нет, потолка нет. Или, подожди, здесь потолка нет, а здесь есть, прикинь, во, прикол. Бюджет карты увеличивается, Яр. Ты что, конченый? Что тебя это интересует-то? Не, я не знаю, просто хотел попрыгать. Мы проходим карту, господи, мы карту проходим. О, смотри, пасхалка. А, там что-то уже было, да? Что-то забрал. Ой, слушай, прикол, не было. Ну, в смысле, у тебя, скорее всего, что-то есть, нет? У меня тоже ничего нет. Вот это обманочка, конечно. Мне же зачем
на пасхалке давать. Так а вдруг кто, откуда он знал, куда мы пойдем? Нет. Сплин! Сплин! Что, хоть куда? А, стоп, подожди. Он не падает, он не падает, все нормально. Все нормально. Да, он просто... Ну лучше все-таки не прыгать. Кто знал? О, господи, фух, тихо, понятно. Так, один мост на двоих, вот это было выбрано испытание. Погоди, а если я туда телепортируюсь? Тоже так себе вариант. Это было жестко! Ой, я снова здесь. Так, слушай, сплив 2-0. Мне даже интересно, что за сплив 2-0. Нет, смотри, пьяная дуэль. Не, я тоже не хочу. Нет, смотри, сплив 2-0, яр. Один босс на двоих. Ну пошли, ладно, сплив 2-0. Что у нас тут? Правило этого испытания очень простое. У вас будет лопата, и вам нужно как можно быстрее подкопаться до низа. Но не все так просто. Учтите, что если вы будете копать слишком быстро, вы будете получать урон и, возможно, умирать. Если вы умерли, нажмите на кнопку рядом со своим столбом. Начинайте сначала. Удачи. Так... А у меня кнопки нет. А я могу туда ТП-шнуться. Ты проиграл. Стоп, это что, это и есть сплив 2-0? Ладно, мне нужно прекращать орать, я не могу. Я пошел. Пытаюсь, знаешь, создать просто... Куда пошел? Алло, стой, тормози. Пошли вместе. Ты дырочкой не ошибся? Почему у тебя нормальная еда, у меня гнилая плоть? У тебя дать еды? Не надо. А, да это... держаться. Сказали в конце, я там чуть... Я жду конец. Единственный конец, который ты ждешь, это свой. В руке бы для съемок подержать. Иди в свою дырку. Сейчас обидно было. Слушай, я понял прикол этого сплифа. Типа, надо... Это забавная штука, на самом деле. Давай рестарт. В плане, ну... Давай еще раз. В плане Мистик победил, ты что сделал? Где Мистик победил? Где? Иди сюда. Ты снова что-то сделал не так. Погоди, давай, рестарт. Жми. Нормально. А, я думаю, мне тоже можно нажать рестарт. Ты готов? Так. Погоди, у тебя на сколько? На эффективность 5? Сейчас гляну. Да, эффективность 5. Только подожди, да, я отхилюсь, потому что у меня не все КП. Не думаешь, что у тебя там немного броня получше, да? Так почему тут броня? Немного поудобнее. Чтобы не умереть. Ты можешь чуть быстрее копать, чем я. Ладно, убедил. Давай без брони. Сейчас только я отхилюсь, секундочку. У меня еще не все хпшечки, потому что, ну, здесь явно придется получать урон. Здесь явно придется получать по лицу. Давай. Ну, давай, в принципе, давай, тебе давай, не давай, впервой. Давай. Подожди, секундочку. Готово. Секундочку. Все, готов. Раз. Раз. Два. Три. Скотина. Есть! Нет! Я там оставил свои! Я сначала просто очень быстренько пошел, короче, а потом начал очень медленно, потому что у меня один КП оставался. В этом-то и прикол, понимаешь? Типа, это очень забавно. Я такого еще не видел. Мне прям понравилось. Так, что у нас еще есть? Пьяная дуэль. Терпение, труд, все перетрут. Нет! Стоянка. Нет! На самом деле, правила очень простые. Я думаю, их даже объяснять не надо. Удачи потерять, скажем, свое время не впустую. Кстати, тут отключен креатив. Нет! Я начинаю ломать. В смысле палка? Палкой, что ли, ломать? Мне тоже выдали палку? А чё? Я бы лучше это... А чё ты сделал? А ты, типа... Типа, нужно ломать. Нет, ну подожди, ну... Не просто что-то... Нет, терпение, труд, все перетрут. Ты прав, вода... Я не хочу! Мистиколагеры обсидят палкой и долбят. Нормально. Подожди, стой, ты начал раньше, мне не нравится. Ты чё? Я не могу серво оставить, чтобы стекло разбить. А я не могу к тебе подойти, слышь, иди сюда. Не подходи, стой! Стой, я почти сломал. Чтоб ты не лакар, все, теперь мы можем, давай. Ты начал раньше все равно теперь. Ладно, нет. Ты ломай, я буду рядом с тобой просто. Я буду тебя поддерживать. Я в туалет хочу. Иди сри. Это реально это вообще. Так, я все понимаю, там это камни, там почка, все весело. Нет, все, я уже, кстати, выздоровел. Ну, типа, все нормально. Закончили, что ли?
Да. У тебя было там, короче, руда. Склад. Собирали, да? А сколько вытащили в итоге килограмм? 4 миллиметра, если это... Типа... О чем-то говорить, да. А больно было? Я чуть не обоссался. Ну как, чего-то я обоссался. Прямо прям было, да? Да, ну, короче, не советую. Ну, так себе прогулочка, ну, типа, можно было и получше. Знаешь, это все... Всего-то 5 миллиметров, а камень 4 миллиметра. Он почти... Да. Кстати, ну, блин, типа, чувак рядом лежал, у него вообще не работали, ну, почки, поэтому... Хотя бы работали, да? Да. Радовался. Чувак такой, ну, бля, я, кажется, умру. Я такой, ну да. Отдал бы ему свою почку с камнем. Пусть сам разбирается. Высадят его, а потом тебе обратно пересадят. Блин, знаешь, что он сказал? Что почку... Ему все равно умирать, чувак. Не-не-не, он сказал, что почку можно купить. Просто угадай цену. Ну, типа, вот ты даешь... Ну, $20. 60 тысяч долларов, и тебе завтра приводят почку. Знаешь, умереть, по-моему, дешевле. Там похороны сколько долларов? 150-200. Чуваки сейчас сидят такие, они шутят про смерть? Ироды. Это не этот лагерь шутит про смерть. Ему можно, он уже умирал. Да, слушайте, я там чуть не умер, поэтому, ну, типа, мне можно. Слушай, ты тоже, что ли, начал долбить бы, ну, хоть так по приколу? Да не, я бросил. Давай ты один справляйся. Да вижу, что ты камушек больше не долбишь, может, все-таки начнешь. Не-не-не-не-не. Почему? Значит, развлечение. Начнешь, не можешь потом остановиться. Да я уже не. Блин, понимаешь, я даже не вижу, насколько он сломался. Он как бы в теории ломается. Я тоже не вижу. Я думаю, может, это у меня не прогрузилось, но. Не-не-не-не-не. Я вижу трещинки, просто их на этом блоке плохо видно, поэтому. Прикинь, типа сейчас вот поколение, да, которое новое, там у них. Если у нас было клиповое мышление, да, то есть мы привыкли к более коротким видео, 15-минутным видео, это как раз было вот под нашу эру немного, да? То сейчас для молодежи это ТикТок, это где видео долгие минуты. И да, тут ты 2 минуты долбишь обсидиан просто. Не-не-не, а давай видосы, слышишь? Кто не приключит это видео, а? А давай видосы по 15 секунд выпускать в Майнкрафтовске, прикинь, типа. Всем привет, ребята! Заметный лагерь. Вот это первое испытание, такую вырезку на 2 секунды. Это второе испытание, вырезка на 2 секунды. Это третье, четвертое, и все. Доброе утро, там с Майнкрафта. Добрый вечер. Вот лагерь обоссался камнем. Смотрите, какой. Все, кончилось. Так, видосик. Смотри, если я сделаю вот так, интересно, я тебе помешаю? Так и нет! Только меня не трогай, пожалуйста, я тебя умоляю. Я телепортировался, понимаешь, и умер. Этим. Я вижу. Что это было? Пожалуйста, ничего не нажимай. Если меня заберет, это будет просто, ну, провал. Это просто, ну... Ну да, потому что тебя знаешь, куда заберет? На начало испытания. Ничего не трогай, я тебя умоляю. Мы прошли его. Я видел, как он последняя стадия. Почему? Да там этих последних стадий, знаешь, сколько он вообще делал? Он такой еще дурило. Пошли на пьяную дверь. Слушай, а мы можем... Я ребята спас. Стой. А мы можем... Нет, а мы можем сделать обман очка и в плане... Давай я тебя убью, подожди секунду. Ты мое очко никогда не обманешь. Нет, умри, пожалуйста. Оно уже знает твой запах. Я опять телепортировался. Верни меня туда, пожалуйста. Ну, в плане на этот... Верни меня. Смотри, у меня есть идея. Мы можем еще раз туда пойти, в смысле? Это хочешь спросить? Типа еще раз пройти испытание? Я думал, что творческий режим здесь могу включить, но... Нет, ты не можешь, ты нигде его не можешь включить. Ау. Ау. А, отлично, у нас дуэль, короче, на этом. Получается, я без еды, у меня хп мало, и я в плохой броне. На. Это все решает. Если вы когда-нибудь играли в Last Task 2, то вы скорее знаете эту игру. Если нет, то нажмите правила. Отлично. Я пьяный, короче, ты пьяный. Давай бери лук и мутусь меня, потому что я, короче, понял. Тут написано лагерь. А, стоп, не понял. Я нажал на кнопку. Ты где? А ты где? Стоп, куда ты ушел? Вниз. Ну, а меня просто, короче, тошноту дало, и все. Так ты нажми на кнопку, тебя вниз опустит. Я нажал, ты на кнопку, дебил ты. А, все, оно открылось. Может быть, ты дебил? Братан, у меня пол хп осталось.
Это что это такое? Это было слишком просто, давай еще раз. Ну конечно, потому что у меня было пол хп, я упал. Так и у меня пол хп. А, то есть там типа в этом суть? Ну типа... Я не понимаю тогда, в чем там суть вообще. На один выстрел. Я не понимаю, что танцуете, а? Что танцуете, а? Давай, 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 пей тошноту, иди сюда. Пей тошноту. Пей тошноту. Ее дают здесь, когда я нажимаю. Типа, это моя привилегия. Забирать тошноту. Ты готов? Да. Раз. Я уже готов. Ты чё? Ты чё? Я готов. Я чувствую обман очка. Подожди, я требую реванш. В смысле? Какой ты? Что ты обманул? Ты я такой, давай начинать, а ты уже стреляешь. А мне кажется, это нечестно. А мне кажется, это не... Да ёпта. Я иду. Так, а то... Раз, два, три. Один-один. Ну что, до победы? Давай, давай, еще раз. Да. Слушай, это очень забавная штука. Я не умер от этого, да. От азарта. Это круче, чем этот казино. Ну, уже всегда. Давай. Раз. Два, три. Там некуда больше бежать! Почему оно не попадало? О, попало. Супер. Ладно, все, я не хочу больше играть. У меня переизбыток эмоций. Так, хорошо. Я теперь на неделю снова в депрессию впаду. А где кончать? Нет, стоп. Мне кажется, мы все-таки должны были пройти терпение и труд. Я вот просто уверен, что там будет финиш. Но я сейчас делаю это, ребятки, на паузе, чтобы, чтобы скоротать время. Сам занимайся этим говном. Окей. Это что такое? Мы сломали. Это ты насрал, слышишь? Ну как мы? Я поставил здесь золотой блок. Подожди, стой, мне надо... Яр. Ты что на... Ты исчез. Я нажму на кнопку, пожалуйста. Я, конечно, исчез. Что ты думал? Я не исчезну, когда ты мне стрелили в глаз. Яр. Типа, что после этого люди должны делать, по-твоему? Танцевать румбу или что? Или Яр, они, естественно, исчезают из твоей жизни. Ты в курсе, что нас очень жестко на этот... На самом деле, правила очень простые. Я думаю, даже объяснить не надо. Удачи. Не-не-не. Кстати, тут отключается. Не-не, перед этим прочитай, пожалуйста. Простите меня, но вы зря сломали обсидиан кнопку где-то в другом месте. Турно обманочка, у нас нету, короче. Я ты понимаешь, что тут. Ничего святого. Давай убьем кого-нибудь, например, тебя. Там. Суицидальный. Мне обещали, что в конце я тебя отомщу. Суицидальный мистик. Как я тебе должен теперь в конце отомстить? Погоди, стоп. Мне обещали. Алло! Алло, алло! Может быть, я теперь могу просто тебе приказывать? Типа, ладно, прыгни и утопись в лаве. Самое забавное, что мы и вылететь не можем, посмотреть, есть ли здесь конец. Поэтому это будет конец, так что всем, ребятки, большое спасибо за просмотр. С вами были Мистики Лагер, надеюсь, вам понравилось это видео. Лагерь, кстати, лучший нахождение конца. Он любит. Да, я люблю кончать карты, поэтому, если вы хотите еще больше всяких видосиков по Майнкрафту, подписывайтесь на наши каналы. Мистик, может быть, вернет себе свой анал! Да, и у Мистика будет новый. И Мистик хочется по-новому. Все, потом объясню. Главное, не забывайте, не отписывайтесь. До свидания. Ждите видосик на основном канале. До свидания. До свидания. We'll be right back.